Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1170. События дня. Номер 118. Псалом. 51, 53, 61 стих. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона твоего. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон твой. Сети нечестивых окружили меня. Но я не забывал закона твоего. Это за 1 марта 2019 года. Ну, наше объявление. Об одной семье умерла мать. Четверо детей остались. И попросили сделать объявление о помощи, кто пожелает. Тут о похоронах, о всем сказано. Надо уметь. Затормозите, дальше посмотрите. Ну и вот теперь, каким образом, если кто-то помогать будет, будут распоряжаться средствами этими. Для детей, тем более подрастают. Андрей, мир вам, Игнатий Тихонович. У меня несколько иное мнение о чат-рулетке и пользе работы на подобных площадках. Прошу вас, оставьте, пожалуйста, в покое эту яму Содома и Гоморры. Поберегите себя для беседы с цикла «Во свете Библии». Показательны в этом плане беседы с Юрием Соболевым. Здесь виден уровень собеседников, их взаимоуважение, настоящие христиане. Желаю вам больше создавать видеоматериалы в академическом ключе сообразно вашим глубоким знаниям Священного Писания и дару Слова. Сергей Евтушенко. Люди, живущие Словом Бога, не могут быть недеятельными. Они не могут принимать этот мир и постоянно воюют с ним. Не могут принимать мир. Этого и боятся мертвые, которые просто прикрываются законом. Их обличает жизнь живых. Дело дьявола – смерть и ложь. Христос дал жизнь и истину. Роман. Кроме предупреждения о том, что надо богословствовать и учить только тогда, когда сам будешь исполнять заповеди. Но есть и призыв говорить радостную весть даже тогда, когда сам еще не все исполняешь. Так говорит Игнатий Тихонович, тоже по Слову Божьему. Ну, дальше они с Гусейном тут схватились. Считайте. А Роман ему отвечает. Русик ему отвечает. И тут один вот Юрий в конце пишет 4 часа назад. Барсук. Второй там Андатра. Андатра. Он Датра это. И охотник. И, к сожалению, а может и к счастью, дикий зверь знает, что добра от меня, от человека, ждать не нужно. Про слова, что с миром Господним к нему пришел. И поэтому у охотника, настоящего охотника, который любит и уважает природу, который лишнего от нее матушки не возьмет, есть только один шанс. А вот у зверя 99 шансов уйти. Вот говорят, вы охотники-убийцы. Ну как же так-то? Да в какой-то мере это так. Но вот мне кажется, каждый из нас или убийца, или его пособник. Вот, мол, вам не жалко, они же милые такие, и задают мне всегда вопрос. Отвечаю, а вам не жалко? И люди в ступор впадают. Ведь мясо они употребляют в пищу, так? Так. А бык или овечка, или свинка и так далее, которых они кушают, они растут, их кормят, ласкают. И в один прекрасный момент бах и под нож. Хозяин, который всегда ухаживал, гладил, кормил, а от него ведь добра только ждать животному-то, а он ему нож. А потом он это мясо продает, а мы покупаем, стало быть, пособники-убийцы. А дикий зверь знает, что от человека добра не жди. И тут кто кого. Я, конечно, может быть, не прав, но это моя правда. Спасибо за видео и храни вас Бог. Вот интересно, у меня, я показал, что селекцию провожу, оставляю нужных голубей, а остальных убираю. Как поднялись, как завопили, да вот вам не снятся ли голуби кровавые, лицемеры. Просто даже человека нет, а одно сплошное густок студенистого лицемерия. В первую очередь, я не ем никакое мясо. И поэтому мне жалко животных и жалко птицы. Но до времени, пока не будет человек освобожден от рабства тлению, вот, и тогда будет и скотина освобождена. А куда я их дену?
Их у меня 350 голубей. Вот вообразите, 350. А сколько корма надо? Корма надо? Ну, тонны три. Машина. Они очень прожорливые. А мне зачем столько? Мне хватит вот нынче 45 там, да, 25 здесь, 70 голубей. 70. Но не 1500. И куда их девать? Ну, отпусти, они никуда не летят, эти голуби, они приучены к дому только. Ну, закрыть, ну, закрыл, они все сдохли, мужчина продлил их, они будут биться, они не знают, снег вокруг, ничего нету. Это советы дают лицемеры. Лицемерие – это смертельный грех. И увидели, а вы сами не режете, но покупаете мясо, вот сегодня человек это и говорит, это действительно так. А как? Я другой раз говорю, ну тоже шутейно как бы. Иду, а у соседки гуси гогочат, веселые такие. Я им говорю, а летят гуси. Я говорю, вон гуси летят, дикие-то. Давайте лишний груз-то сбрасывайте и летите с ними, вас заколят осенью, порубят вас. А потом хозяйке говорю, я, они так слушают меня, гуси-то. Я хозяйке говорю, если они меня поняли, то они улетят у тебя. Но она смеется, куда они улетят, они жирные. Как пингвин, тело жирное в утесах прячет. И вот день вчерашний, 1 марта. Меня предупредили наши, где-то нужна моя роспись, подпись. Там квартира у меня осталась пустая, передать кому-то, там по завещанию, надо документы оформлять. И вот ездили нотариус, меня возили везде, и везде подпись ставить. И Надежда Васильевна взяла с собой Евангелие. Это красное, четыре Евангелия. И везде дарила. Визитки наши. И как много добрых людей. Вот смотришь, она сидит, замкнулась только. И, ну и ничего. И вдруг она расправляется. Распрямляется. А она другая. В ней столько доброты открывается. Почему? Евангелие. Они пока с ними беседуют. А я стою в коридоре и молюсь. Захожу, а она уже смотрит. Смотрит, как будто родная, близкая. И так вчера было у нас таких мест не два, а больше. Притом какие-то возвращались дважды, требовали дополнительные документы. И нигде не было противоречия словам Божьим. Вот вчера необыкновенно плодотворно было по вот этой рулетке. Я три поставил ролика, и сегодня, кажется, два или три беседы. Беседа записывается, а мужчина говорит, я тоже записываю, один сейчас был. Ему интересно это. Дивный Господь. И вот вчера мы там побыли, я в валенках, вода уже везде. И был аппаратурный завод, а под ним сделали, теперь как-то убрали его, выкупили, видно, большой завод был. Все, теперь там торговый центр. Я не видал такого еще нигде. Внизу машины, любой заезжай, ставь машину, в тепле стоит. И конца края не видно этому гаражу. А дальше экскаватор поднимает, и идешь по первому этажу, а там сколько этажей, даже не знаю. И вот налево, направо голову поворачиваю, конца не видать. На все четыре стороны, не коридором, как обычно, но идешь там. Здесь вообще не, и там заблудиться дважды два. Не видал никогда и не знал. И мне второй раз даже туда заходить неохота. Зачем это все? Такие пространства. Там нельзя ни картошку, ни пшеницу посадить уже. Все. Навсегда. Население растет, а земля плодородная уменьшается. Гектары, гектары. Барнаул город, он занимает одно из первых мест по насыщенности машинами на душу человека. И по количеству торговых точек. Я не знал это. Вот. Это вчера еще раз подтвердилось, увидел своими глазами. Хорошо быть верующим. Свидетельствуешь, говоришь о Боге, люди слушают, и ты с ними вместе благодаришь Бога. Удивительно. Это только один день. 1 марта. Ну, а дальше еще показать. Показать вот наши ресурсы. Вот это первое, мой мир, я очень люблю его. Сколько здесь всего добра, вот так. Вот здесь.
Мой мир, где в шапке, а где я с голубем, там нет переписки. Тут и адрес, и почта, все есть. Ну и дальше это форум. Тоже во свете Библии называется, ленточный вариант. 1600 тем. 3310 день. Вот видеоканал наш. Вот сегодня где-то 10 тоже роликов поставил. Беседы в чате, 2 или 3, которые были, люди пожелали. И как они отвергаются. Тут я считаю псалтырь. Вот вчера поставил здесь вот. Сейчас я его обновлю. Посмотрю, 401, может быть, неправильно, да. Вот с одним беседовал, 401 посетитель за 11 часов. Ну, для нас это... А другой 510. Вот. 510. Ну, то же самое время, 10 часов. Или 10, или 19. Непонятно. Неважно. Ну, и это YouTube. И во свете Библии православный библейский сайт. Очень богатый. И на этом сегодня все.